Еще один этаж. Пошли. Там есть матрасы. Саша же купил кровать. И у него два таких, ну, матраса ватных. А он говорит, я, может, себе вот такой куплю. Сколько он стоит? Скажи, пожалуйста, 90 сантиметров. Ой, смотри, какие люлечки. Ой, какая прелесть. Ну, любой, вот скажи мне какой-нибудь вот этот. Большой, который? Ну, скажи его, да, просто скажи. Так, 5004. Всего, да? А этот 3000 для него. 3000. А я купила. А мой, Катя, а мой 25. 25 тысяч. И плюс кровать 16 матрас. Или 18. Матрас. С Бангалора привезли. Еще машина 6 тысяч. Да вы что? Я и сама думаю, да вы что? Временное помутнение произошло. А где карманы? Где карманы на трусах? Я люблю трусы с карманами. Вон какая милота, милота. Ой. Ну он синтетик, синтетик, синтетик. Как это в этом фильме «Свадьба в Малиновке»? Он ходил в таких штанах. Галифе? Да. Еле вспомнили. Ну, вот красота. Так, правда? Что вверху оно как бы широко, ну, да. А внизу узко. Ну, как-то не может. Это... Вот это вот антистресс, индийский антистресс. И наш тоже антистресс. Полопать пузырики. Она идет, работница магазина, и лопает пузырики на пластике. А я думала, что, знаете, как будто костер. Но это был не костер. Скорее. Нет, платочка больше. Ой, пижамка. Я за ней хожу, она щелкает эти пузырики, а я за ней хожу. Сайрам. This is for stress. Стресс. Правильно. Антидепрессант. Ты уже все перещелкала, ничего не оставила. Финиш, да, 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 финиш, точно. Я говорю, ты уже все, выпила всю пачку антидепрессантов. Набор за 400 рупий нашла. Ну-ка, покажи. А, так уже ready? Готовая? Да. А, ну он только как сарафан. Нет, там отдельно рукава. Ты просто пришьешь, принесешь своему тейлору. Внутри рукава должны быть. Загляни. Тут, значит, платочек. Угу. А это штаны, наверное. Может, и нет рукава. А иногда они рукава пристегивают вовнутрь платьюшка. Загляни туда. Штанишки это индийские. Прямо туда они вставляют веревку. Ну, ой-ой-ой. Потому что они все время сидят же на полу в молитве, чтобы не треснула вот эта вот штука. Им так удобно. У них широкие сальвары.
на веревочку, на веревочку. Зато очень красивый, элегантный такой верх, вот такой вот курта и пушистенькие штанишки. Ну, посмотри внутри, сейчас, может быть, внутри пристегнуто. У них часто так бывает. Не? Нет. Нет. Ничего. Ну и ладно. Еще один костюм. Ткань купить. Набор ткани, вот как Марина показывала. Лучше покупай, да. Набор ткани, из них можно даже сделать две курты, два платья. А штаны купить просто трикотажные, вон там, рупий за 150. А на фото они в чем? Так, а это я не поняла, что за это набор. 1XL, 2XL, 3XL, 2XL. Вот это, наверное, тут набор каких-то футболок, что ли, да, или пижамок. Триста с чем-то футболка. Синтетическая гольная. Хорошая. Так синтетика. Разве? Но она мягкая очень какая-то. Скрипит. Скрипит. 100% катон. Катон. Думаете, обманывают? Ой, не знаю. Ой, не знаю, я не буду наговаривать на людей. Катон, значит, катон. Написанному верить. А чего он стал скрипеть, катон? Какая прелесть. Скрипучий катон. Смотри, кто это. Паучки с глазами. Да. Или крабики какие-то, непонятно. Какие страшные. Ну, что ты нашла? Какие-то пуговицы деревянные, непонятные конструкции. Тетка с усами. В очках. Лицо. Или что это, с бородой? Тетка с усами и с бородой. Что-то непонятное. Тебе понравилось? Не. Мне вот это понравилось. Но мне оно будет совсем маловато. Это перышко, но это совсем в обтяжку. Это детская какая-то. Это уже, да. Ну, красиво, но с двух сторон. Да. Красиво. Так, интересно. Так, ее же можно выше поднять, да, наверное? Это же наподобие компьютерного столика под... Да, выше поднять можно. А это что за реклама? Под мою, например, кровать. И чтобы компьютер возле меня был. Сколько она стоит? 1647. Тейбл. Столик. Вот, на всякий случай. Вот показываю. Ну, что-то он какой-то это. Ему в колесики хотя бы. Ну, есть такая штука. Кулеры. Это вообще меня, наверное, с кровати уронит таким кулером. Два раза больше нашего. Слушайте, мне понравилась цена, особенно на матрасы. 3-5 тысяч. Какая тут длина, ширина. Ну, длина, ладно. Саши вот надо. Но главное, чтобы вот... Да, вот это хорошо, он не скользит. У бабушки в Гуа он такой прямо какой-то шелковый. Я пристегивала простыни, потому что они укатывались каждое утро. А вот это крепенькая такая ткань. Ну, шелковая в том смысле, что синтетика, конечно. Вот люлечки. Люлечки для малышулечек. Хоп. Ой, какая миленькая, да. Хочу маме. Я думаю, она тянется? А? Маме, думаю. Маме? У тебя такая маленькая мама? Нет, она чуть побольше, но она просто тянется. Она чуть побольше. Но мы ее впихнем. Не впихнем. Тогда
Или себе взять. Себе, себе. Так, ну что, обувочку посмотрим. 474, 499. Померила. Ну так чего? Прекрасно подошло. Да? Вот это свободненько, белое прекрасно просто. Замечательно. Кстати, ага. Я же чуть не забыла передать вам привет от Тамары из Дагестана. Такая чудесная женщина, она меня встретила. Замечательно, очень открытая. Она встретила нас, помогла вот мне переселиться как раз в 8-й Нор. Да. Ага. Она к нам приходила два раза домой, принесла лечо, варенье, гречку, столько всего. У меня уже там и кофе, спасибо, и салатик. Спасибо, Тамара. Спасибо большое. Мы там всеми с соседями ели это все. Алло, смотри, с кем? Кто там? Кто там? А, мамочка, здравствуйте. Здравствуйте. Как дела? Выглядите прекрасно. Замечательно вам там, я вижу. Очень хорошо. Это мы разрумянились от шопинга. Да. Я как раз о тебе вспоминала. И ты она вам футболку выбирала. Да. Ну, я не знаю, она вроде тянется, эта футболка. Ну, посмотрим. Привезу, померяешь. Либо тебе, либо мне. Мы раньше с мамой всегда носили вот одно, да, потому что одинаково. Мамульчик, у меня такая худышечка была, и я малышка. А такой тебе не нравится, прикрыл на нас. Я там синюю красивую нашла. Это не мы повалили. Не мы повалили. Наговариваете вы на нашу семью, грех это. А у меня тут мамульчик. Пошли собирать разруху. Идем собирать. Так, это я. Ой, детям очень трудно выбирать. Детям трудно. Ну, там я навыбирала платьюшек и футболочек. Трое ж детей. Трое внуков. Я пошла загружать видео, как застряла там до... Ути-бузи мой. Все у нас прекрасно. Для поддержки духа пригласила. Вот. Мы желаем Ирине всего самого прекрасного. Всего самого лучшего вам. Спасибо. Дай большое. Дай вам удачи. Ой-ой-ой. Здоровья. Ну, в общем, всего-всего самого. Побольше хороших, светлых, солнечных дней. У тебя батарея капут. Да, садится батарея, мамочка. У нее батарея капут. Все. Ну, главное, мама пожелала. И я тебе желаю хорошего дня, мамулечка. Где я игрушки? Где игрушки? Может быть, сейчас идем искать игрушки. Все, целую. Пока-пока. Посудки вон какие. Ой, это у младенца упала зайчиковая шапочка. Нечаянно. Сори. Mobile Kitchen. Вот это же мечта просто. Или ты это не думала, китайская это или не китайская? Смотри, какая ваза. Это я тут задумалась, говорю, если деткам покупать, это не китайское? А я говорю, я в своем детстве не задумывалась. Ой, в детстве мы, конечно, всем играли. Что было, то и все не играло. Ой, вот так вот, по-моему, стреляешь, а потом это вылетает. Нам это, несомненно, интереснее, чем посудка. Я хочу индийских Барби и Кена. Нету, да? Не вижу пока. А вы здесь вообще? А это что за принцессия? Что тут принцессия? Это какие-то тут это самое. Делать что ли? Вырезать наряды, типа картонные куклы. Угу. А это что? Картонные куклы? Ну, типа, да, наряды картонные. А-а-а. Барби. А это что, тут у нее пакетики, что ли?
пакетики с Барби. Как это сложно, когда ничего не понимаешь. Как это сложно, когда твоему ребенку 31 год. И надо уже что-то искать для внучат. А ты даже не помнишь, во что играл твой ребенок, кроме того, что любил отрывать колесики у машинок. А тут же девочки, целые девочки. А я еще от мальчиков не очухалась. На руку надел. А это сумочка? Да и хрен его знает. Нет, кажется. Просто была заяц, сумочка, было прикольно. Заяц не потеряшка. Я в Мапсе видела такие классные котяшки, сумки. Это было нечто просто. Это было шедеврально. Вот они, зайцы. На белом уже грязь. Ну вот такие симпатичные бельчонки-бурундучки. Они мягкие хотя бы. Косой какой-то. Косой? Вот этот косой. Ну, не почему ровный. Он косой? Ну, один глаз вот так, другой так. Ну, то есть... Один правый, другой левый, все гармонично. Мой перфекционизм просто, да. А это кто? Я ведь не знаю новое поколение этих игрушек. Кто они? Who is who? О, попугай. Индия. Это важно. Это важно. А это что? Катя, кто это? Кто это? Коллекшн какой-то. Хэтч Линкс. А это кто? Пушиндрик. Это он же. Пушиндрик какой-то. Трайный. Боже, я чувствую себя абсолютно отсталой. Я тоже. Да? Я тоже. Я не знаю, кто это. Мы не знаем пушендриков. Через скакалки они же еще не скачут. Микрофон не хватит. То бишь... Уникорн. И пошел петь. Вот это точно была моя мечта. А то я все в детстве-то пела с какими-то лаками в руках. О! И пошел петь. Так ты это... Он еще светится, как я понимаю. К карьере блогерства ты готовилась с детства с лаками в руках? С лаками в руках. Ну, прекрасно. Слушайте, она к мобильнику подсоединяется, можно петь. Мне родители, мама и папа скажут, а не пора ли вам назад вместе с вашим подарком? Им бы лишь бы выспаться. А я микрофон, караоке детям. Диснеевские принцесски. Что-то не похоже, ну. Не знаю. Что-то не. Я художник, я так вижу, сказал художник. Смотрите. Копилочка. Вот это очень... И я что придумала? О. Одной я везу микрофон, а другой я везу гитару. А та, которая с микрофоном, ей еще можно клавиш. Будет ансамбль. Слушай. А папе ружу. Кто там? А там я, вот такой вот. О, ну здравствуй, киса, как дела? Или вот это? А это чего? Это вообще какой-то белый волк. Ну-ка. Что-то я в шерсти в какой-то. Слушай, а я, может, им по барабанчику подарю, вот, ты знаешь, на мейн-базаре куплю, тогда пусть барабанит. Точно надо будет. Ну, какая прелесть. Да. Он, может быть, точно. Подушкой. Ой, какой миленький, слушающий. Да. Сколько стоит? Сколько стоит? 310. Угу. Овца. Хорошенький. Ну, мы же в Индии, тут много-много диких обезьян. Надо обезьян. Какого-нибудь Патрика везти отсюда. А то чего кроликов везти в Россию? Вон дикий обезьян с хвостом.
Наполовину. Ты на него запала, да? Да. Ну и сейчас еще что-нибудь. Пошли, я минералки только возьму, газировки вернее. Что это? Карела, джаму. Это вот эти вот карела горькая и джаму, вот эти черные ягодки. Для снижения сахара я знаю, что карела очень полезна. Соки. Что-то я не вижу газировки. Ну вот видите, хотела уже здоровый образ жизни вести. Не дают. Сода финиш. Придется брать там сап. А соду потом. Катя, сода финиш, понимаешь? Безобразие. Здесь, кстати, маленьких шоколадок много, смотри. Деткам в школу, если покупать, или там детки, когда просят шоколад, шоколад, когда нету, сколько он стоит, не знаешь? 5, наверное. 20, о. Да вы что? Да. Не, я даже конфетки вот покупала вчера в школу, 30 штук, по 10 рупий. Да. На 300 рупий. 30 рупий. Это 30, ага. Но все равно, зато, вот видишь, есть возможность порадовать. Вот тут вот конфетки, вот это в таком виде можно купить. Всякие разные шоколадки есть. Fruits and seeds. Так, 35 грамм. Цена 40 рупий, вот такая вот. Что ты нашла? Чипсоны. Они очень, по-моему, перченые. Как-то Саши приносил. Соленые написано. Соленые? Ну, видимо, разные. Может, они вообще перченость не считают за то, чтобы об этом сообщать. Разгула. Шарики даже сладкие. Смотрите, что семечки. Это везут, повезут. А тут есть. Гулаб джамун. Прикольно. Да. А это что? Это какие-то подушечки внутри, наверное, с шоколадом, да? Стоит? Не знаю, посмотри. Я не видела таких. 10 рупий. 10 рупий, да? Возьми, попробуй. Ой, если только мне не надо. Если только мне не надо. Раздашь деткам, съешь одну, а остальное деткам раздашь. Или собачкам. Ну, в общем, я так понимаю, здесь... Не все еще нами охвачено, вот это вот финики. Можно еще ходить и ходить, еще несколько серий снять. Но нам срочно надо есть момо. У нас это недостаток в крови момо. Здесь на кассе тоже вот шоколадные конфетки. Давай мериться чеками. Давай мериться, говорит. О, 1641. У вас тут всего ты всего. Ты поняла? Вот эта игрушка с хвостом называлась панда. Это все из-за хвоста. Я по-другому панду представляла. Я тоже. А это какая-то, может, лесная, другая панда. Они же разные бывают. Короче, собирай свои и пошли. Давай быстренько. Нам надо рикшу и в Момо-кафе. Спасибо, девчонки. Так, соды нету. Это очень плохо, что нету соды. Где же нам ее взять? Конкретно так. Слушай, ну мне все понравилось. Мне понравилось, что он пока еще такой не раскрученный, что товара столько же, сколько и там, а народу мало. Да, это хорошо. Давай как бы сделаем вид, что мы идем, или просто поймаем рикшу. А, нам нужна рикша. Чтобы успеть, да. Да. У нас же Момо. Ой, ну я покажу вам,
что смогли показать этот Crazy Shopping костюм. О, меня уже папенька потерял. Я вам слила эти добра и любви. Мы подсели. Ой, ты не знаешь, сколько подселенцев берут? Не, не знаю. Вот. Новое видео. У тебя новое? Да. У меня еще, наверное, старое. Мне уже Саши звонит. Я уже дома, ты где? Ой. Я говорю, а я только пошопилась. Шопинг — это дело такое. А сейчас, говорю, мы едем в маму кафе. Итак, Таша и Дилек, с вами Буддист ТК. Здравствуйте, дорогие зрители. Продолжается 19-е. Что? Февраля. Чего? 2020 года. Я как учитель что? В школе. Где? Когда? Ты чего? Такая забывчивая. Несемся на рикше. Это у нас индийский карусель. Индийский экстрим. Мы подсели какой-то индийской женщине. Нет, тут они берут... Да? Я до этого ни разу не подстегалась. И ему хорошо, как бы, ему побольше доходу клиентов. Папа, добавьте. Так подсаживаясь, они по десятке берут с человека. Но когда индиец, то всех по 5 рублей иногда. Саши иногда и по 5 платят. У нас это не прокатит, поэтому я ему сразу дала десятку, знала, что это уже не тридцатку стоит, как в ту сторону. И мы постараемся успеть вначале туда. Здесь, в принципе, во многих кафешках можно мамошки заказать. Да везде уже вкусно пахнет. Не имеет права так вкусно пахнуть.